В Ульяновском педагогическом университете стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Чтобы принять участие, ученики общеобразовательных учреждений региона успешно преодолели два предыдущих этапа – школьный и муниципальный. На выбор участников представлен широкий спектр предметов – от основ жизнедеятельности до химии. Каждый ученик может найти направление, которое ему наиболее интересно. Сейчас у нас в январе и феврале проводятся испытания регионального этапа по 24 предметам. Это не только предметы школьного и программы, но и такие предметы, как краеведение, экономика, право, и родные языки – татарский, чувашский, мордовский – то, что отличает нашу Ульяновскую область. Победа Всероссийской олимпиаде дает будущим абитуриентам ряд привилегий. Упрощенная процедура поступления в высшее образовательное учреждение – одна из них. Всероссийская олимпиада, как я уже сказала, это самое престижное, наверное, соревнование, по итогам которого большое количество вузов предоставляет возможность зачисления либо напрямую сразу в вуз на выбранную специальность, либо имеет достаточно большие преференции. Ребятам необходимо сдать, например, только ЕГЭ или по определенному профилю. В региональном этапе олимпиады по химии приняло участие 37 учеников. Сама олимпиада состоит из двух частей и проводится в двухдневный срок. Сперва теоретическая часть, 5 специализированных вопросов, предусматривающих развернутый вариант ответов. Далее практика. По словам участников, испытание сложное. Без предварительной подготовки шансов выиграть практически нет. Примерно месяц готовился к региональному этапу, а вот школьному и городскому, ну, еще 3 месяца, может быть, примерно. Я занимался с репетитором, плюс дополнительно помогал учитель по химии школы. Преподавательский состав Ульяновского педагогического университета на протяжении всего периода подготовки к региональному этапу проводил консультации по большинству предметов как для учителей школ, так и для самих участников олимпиады. В марте вуз станет площадкой для проведения всероссийского этапа олимпиады по истории. Вообще для нас, для педагогического университета, любая олимпиада – это возможность пообщаться с таким подготовленным, профессионально, можно сказать, подготовленным абитуриентом, посмотреть, насколько сама система образования региональная правильно готовит тех участников олимпиад к преодолению, решению задач и к тем заданиям, которые им предоставляется возможность решить на Олимпиаде. Региональный этап продлится до 25 февраля. Далее по итогам будут отобраны победители, которые в марте поборются за победу во всероссийском этапе. Александра Никитина, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.